52. Зайдир. Зал Дебиров. Зал Дебиров, россиянин. Попробует что-то в Москве сорвить. Финал. Тоже из Ирана. Иран вообще количество медалей нам набрали. Слышал раньше в перерыве о том, что нужно быть поактивнее, что зрители хотят видеть красивые удары, точные удары. И сейчас идет в атаку, правда, стал больше пропускать. Два чемпиона Ефарзадех. Азербайджан в случае следующего нарушения. Затяжка боя. Оказывается, это уже и случилось. Видимо, уже было четвертым предупреждение. Так что счет 3-3. Сам атаковал, сам пропустил. Сейчас обратно возвращает все преимущества. Настырный парень 4-3. Его пользу переворот в ответ не попал и ранец. И 29 секунд отделяет нас от второго раунда. Обмен хорошими ударами сейчас. Обмен заканчивается вновь азербайджанского парашютиста. 5-3. Поддерживает своего единственного на сегодняшний день финалиста. И тот оправдывает надежды, возложенные залом. Выигрывает 5-3, впереди последний третий раунд. Дан старт третьему решающему раунду, если у нас получение не окажется по завершению этого раунда. Посмотрим, полторы минуты летят очень быстро, не успеешь оглянуться, как разменить гонку. Нужно рисковать. Напоминаю, что
Пирон попал, да? Возвращение. Энергичная операция. Смотрим, а в 7-6, 8-6 становится. Все-таки вновь очка установлена. Еще предупреждение. Скатил сейчас и ранится. Боковой справа прошел, но выверенную атаку сейчас готовил. Раньше было это видно. С разворота хотел 2 очка набрать. Еще та же самая попытка. Более результативная, но вновь не приносит плодов. Она Иранцу. И он сделал все, чтобы сравнять счет. Отыграться не получилось. Но настоящий мужик боролся до последних секунд. Ну а молодой 21-летний Трифонов выигрывает золото чемпионата мира и получает заслуги от аплодисментов. Это был красивый финал, не спорим. А мы со зрителями 7-9. Я проиграл весь чемпион, сажал полномочия. Молодость взяла верх над опытом. Please come to the field of play.